Я могу задать тебе гипотетический вопрос? О, боже, ненавижу гипотетические вопросы. Ну, тогда тебе точно не понравится. Ты заполучил досье? Еще нет. Это серьезная брешь в системе безопасности. Утечка из самого Пентагона. Особо секретные документы о войне во Вьетнаме. Это 7000 страниц, где излагается, как Белый дом врал нам о вьетнамской войне все 30 лет. С этой ложью необходимо покончить. Кей, люди сомневаются, что женщина способна руководить газетой и принимать жесткие решения. Артур, спасибо тебе за откровенность. За дело. Давайте найдем эти страницы. Ты говоришь о разглашении государственных тайн. Это законно? А чем мы здесь на кусок хлеба зарабатываем? Бен, возможно, я что-то раскопал. Должно быть ценный груз. Всего лишь государственный секрет. Сегодня был наложен запрет на дальнейшую публикацию газеты «Нью-Йорк Таймс» секретных документов о войне во Вьетнаме. Если напечатаешь хоть строчку, на следующей неделе окажешься в Верховном суде. И что это значит? Мы все можем угодить за решетку. Принять решение, рискнуть своим состоянием и компанией, которой она посвятила всю жизнь, я думаю, это очень смело. Если правительство выиграет, Вашингтон Пост прекратит свое существование. Если мы не призовем их к ответу, то кто тогда? Без Вашингтон Пост мы не сможем призвать их к ответу. Президент Никсон пустит в ход все свое влияние. Если есть способ тебя уничтожить, клянусь Богом, он найдет его. Я прошу твоего совета, Боб, а не позволения. Она ставит под угрозу будущие газеты. Что будет, если мы не опубликуем досье? Проиграем не только мы, проиграет вся страна. Что вы собираетесь делать, миссис Грэм? Секретное досье.